Где ты нашла? Вон у камня, там их много. Это эхо войны, застывшие слезы солдат. Бабушка, какой еще войны? Войны уже давно нет. Она осталась только в фильмах таких, как «А зори здесь тихие». Знаешь, Аня, он снимался на этом самом месте, где мы сейчас с тобой находимся. Правда? Правда. Шел май 1942 года. На Западном фронте обе стороны, на 2 метра врывшись в землю, окончательно завязли в позиционной войне. На востоке немцы день и ночь бомбили канал и Мурманскую дорогу. На севере шла ожесточенная борьба за морские пути. А на юге продолжал упорную борьбу блокированный Ленинград. На 171-м разъезде уцелело 12 дворов, пожарный сарай да приземистый длинный пакгаус. В последнюю бомбежку рухнула водонапорная башня, и поезда перестали здесь останавливаться. Немцы прекратили налеты, но кружили над разъездом ежедневно, и командование на всякий случай держало там 2 зенитных расчета. Неаккуратно поступает начальство. Ох, неаккуратно. 3 дня уже объект без охраны. Да, погорячился майор. Задал себе задачку. 2 отделения себе найти не могут. Тихо-то как стало. Да все из-за вас. Из-за баб. Выселить. Выселить весь женский пол из фронтовой полосы. Вон, соловки. Так ведь это как же так-то? Обсирать вас надо, да накормить. Приехали. Выгружайся. С прибытием, товарищи бойцы. Зенитчики прибыли. Ну, наконец. С командиром прибыли. Ой, да не похож Федот Евграфович. Ну, слава богу. Власть делить хуже нету. Ладно, пойду встречать. Прибыли? Так точно. Товарищ старшина, первое отделение 3-го взвода 5-й роты отдельно-зенитно-пулеметного батальона прибыло в ваше распоряжение для охраны объекта. Докладывает полком взвода сержант Кирьянова. Встать в строй. Есть. Так. Нашли, значит, непьющих. Из расположения без моего слова ни ногой. Даже за ягодами? Ягод нет еще. Клюква разве что. А щавель можно собирать, товарищ старшина? Нам без приварка никак нельзя. Трудно будет. Отощаем. И дальше речки. Аккурат в пламе прорва его. Вопросы есть? Отставить кудахтанье. Сержант Кирьянова, устроитесь, и бойцов сразу же в караул. Так мы уже устроились, товарищ старшина. Люда, Вера, Катенька, караул. Катя разводящая. Отставить! Да разве это команда? Все делать по уставу нужно, сержант Кирьянова. Так у нас разрешение, товарищ старшина. Какое такое разрешение? От командующего. Лично. Отставить смех. Разойдись. Ой, да вы не волнуйтесь так, товарищ старшина. Мы вообще-то послушные. Тем более, что вы у нас единственный мужчина, так сказать. Вас беречь нужно. Да ну вас. И да, товарищ комендант, о помещеннице-то побеспокойтесь. О каком таком помещеннице? Кустов поблизости не наблюдается. Ой, девочки, а комендант-то наш ничего. Да ну, на старичка похож. Ничего он и не старый. Алиса-то влюбилась. Ой, а я слышала, что ему всего 32 года. Да, а по нему и не скажешь. Впрочем, война она быстро молодых старыми делает. Глядишь, лейтенанту всего 25, а он уже седой. Боец Евгения Комелькова прибыла в ваше распоряжение. Ой, Женька! Какая ты красивая! Да тебя в музей бы надо. Такую фигуру и в обмундирование. Ну, девочки загалдели. Давайте лучше знакомиться. Осянина Маргарита. А я четвертак. Галя. Соня Гурвич. А меня Лизой зовут. Бричкиной. Ну, а меня вы знаете. Я Женька Комелькова. Красиво здесь. Тишина какая-то необыкновенная. Вот эту тишину мы и оберегаем. Послушай, Рит, а расскажи, как ты сюда попала? Ты замужем? Замужем. Была. На школьном вечере познакомились. Потом мы сыграли свадьбу. А через год у нас родился сын. Решили назвать его Альбертом, Аликом. А еще через год началась война. Днем и ночью я думала о муже. Я верила, что он останется жив. Но этого не случилось. О том, что муж погиб, я узнала уже в июле. С тех пор я на фронте. Сначала санитаркой, потом зенитчицей. А сынишка сейчас у мамы. Это недалеко отсюда, в городе. Вот так. В моей жизни существует только двое мужчин. Первый – тот, что вел штыковую, поредевшую заставу на втором рассвете войны. И второй – мой сын Алик, который так похож на отца. Значит, у тебя личный счет имеется с немцами? Да. Ну, и у тебя, наверное, тоже. Расскажи, Жень. А я одна теперь. Семья у нас была дружная. Мама, бывало, утром будет, гладит по волосам и приговаривает: «Женечка, ты у нас такая красивая!» Счастливое было время, веселое, беззаботное. А тот день помню. И не забуду никогда. Это был самый страшный день. Меня эстонка заперла. Спрятала в доме напротив. И я все помню, все помню. Как маму, сестренку, братишку. Семью комсостава приказали расстрелять под пулемет. Помню, мама глаза братишки закрыла и даже не закричала. А сестренка последняя упала. Специально добивали. Я их ненавижу. Всех-всех ненавижу. Ничего, Женя, мы остались жить, а значит, сможем еще отомстить за всех и за землю нашу. Не плачь. А я и не плачу. Я вообще никогда не плачу. Слушай, Жень, мне сегодня в город надо будет уйти, сынишку повидать. Ты прикроешь меня? Конечно, только осторожно. Хорошо. Товарищ комендант! Товарищ комендант! Чего тебе? Немцы в лесу. Откуда известно? Сама видела, двое с автоматами. Команда в ружье, боевая тревога. Есть! Сосна! Сосна! Ах ты, мать честная! Либо спят, либо опять поломка. Сосна! 17-й говорит. Давай третьего, срочно давай, ЧП у нас. Так точно, я, товарищ третий. Немцы в лесу, возле расположения. Обнаружены в количестве двух. Младшим сержантом Осяниной. Я тревогу объявил, товарищ третий. Думаю, лес прочесать. Говорит, масс в халатах, с автоматами. Разведка, мыслю я, товарищ третий. Думаю, надо ловить, пока далеко не ушли. Есть, товарищ третий. Итак, через 5 минут отправляемся. Противника не бойтесь. Он по нашим тылам идет, а значит, сам боится. В пути не отставать, не разговаривать, не курить. Отставить смех. Если дорога попадется, как надо действовать? Знаем. Одна справа, другая слева. Скрытно! Порядок движения такой будет. Головной дозор впереди, в составе младшего сержанта с бойцом. В 100 метрах за ними основное ядро. Я с переводчицей пойду. В 100 метрах за нами последняя пара. Да, вот еще. В случае обнаружения противника или чего-то непонятного, кто-нибудь по-звериному или... Отставить смех! Я серьезно спрашиваю. В лесу сигналы голосом не подашь. У немца тоже уши есть. Я умею. По-ослиному. И-а, и-а. Ослы здесь не водятся. Ладно. Крякать будем учиться. Как утки. Попробуйте. Все готовы? Так точно. Отделение. Сигналы будем подавать так. 2 кряка. Внимание, вижу противника. 3 кряка. Все ко мне. Направо. За мной. Шагом. Марш. До свидания, девочки. Возвращайтесь скорее. Галка, не высовывайся. Мы будем ждать. Маленький цветочек на поляне цвел, ситцевый платочек, шелковый ковер. Но порывом ветра сорван был цветок, и о том поведал фронтовой листок. Охраняя стужу северных широт, заступил на службу славный женский взвод, где войны не ведая тихо жизнь текла. Да беда нагрянула к ним издалека. Какой жестокий век, век полный испытаний. Цветы переплелись с дорогами войны, а сколько было грез и девичьих мечтаний, надежды, нежных снов у дочерей страны. Тетя с мамой жива у тебя? Или сиротствуешь? Сиротствую? Да, пожалуй. Сиротствую. Сама, что ли, не уверена? Да кто ж теперь в этом уверен, товарищ старшина? Резон. Родители мои в Минске, а я в Москве училась, к сессии готовилась. А тут война. Известия имеешь? Да что вы, какие известия? Здесь отдохнем покуда. Осянина. Значит, говоришь, на этой дороге встретила? Да, вот тут. И прошли по направлению к шоссе. Шоссе. Погоди, а что ты ночью в лесу делала? Ну, просто по ночным делам. По каким таким ночным делам? Мыслю я... Толу они несли, а значит, путь их вовсе не на шоссе, а вот сюда, на железку, на Кировскую железную дорогу. До Кировской дороги не близко. Зато лесами, а леса здесь погибельные. А армия спрятаться может, не то что человек. Так, кто что в пути заметил? По порядку. Ничего не заметила. А, нет, ветка на повороте сломана. Верно, молодец. Так, а замыкающая? Боец Комелькова. Ничего не заметила. Все в порядочке. С кустов роса сбита. Вот глаз. Молодец, красноармеец Бричкина. А еще было два следа от немецкого резинового ботинка, что ихние десантники носят. Ежели по носкам судить, то путь они держат вокруг болот. Ну и пусть себе держат. Мы напрямик пойдем. По болоту? Да, по болоту. Ой, мамочки. Так, Бричкина, ты со мной. Остальным отдыхать. Можно покурить или еще чего. Мы не курящие, товарищ старшина. Не реготать, не разбегаться. Ой, и смешной, товарищ старшина. Возится с нами, как с маленькими. Ну так разведку же идем, девочки. Да что может случиться? Ну двух-то немцев мы точно уложим. Правда, Сонь? Хотелось бы. Уж шустрые какие. Девчонки, а мне почему-то страшно по болоту-то. Там пиявки, наверное. Не дрейфь, Галка, прорвемся. С нашим Федотом и болото по колено. Разговорчики. Отделение, встать! Держи. За мной Гурвич, Бричкина, Комелькова, Четвертак, младший сержант Осянина замыкающая. И запомните главное, сначала слегой ставим, потом ногу. Боец Комелькова, возьмите вещмешок Четвертак. Зачем? Я сама. Давай, давай, Четвертачок. И винтовочку свою. Отставить! Личное оружие каждый боец несет сам. Все, за мной. Идти след в след. А можно вопрос? Что вам, боец Комелькова? Что такое слегой? Слега, что ли? Вот что у вас в руках? Дубин какая-то. Вот она и называется слега. Ясно говорю? Теперь понятно. Даль. Какая еще даль? Словарь, товарищ старшина. Вроде разговорника. Евгения, перестань. Да, тут не до шуток. Маршрут здесь опасный. Слева и справа трясина. Чуть оступишься, и маму позвать не успеешь. А глубоко там? Ну вам, значит, ну это самое. По пояс, значит, будет. За предстоящий бросок старшина не беспокоился. Прямую дорогу туда немцы знать не могли, потому что дорогу эту он открыл сам, еще финскую. На всех картах здесь были топи, и у немцев был один путь – в обход по лесам. И как бы ни шли его бойцы, немцам идти все равно дольше. Васков шел и думал о том, что за ним идут совсем молодые девчонки, которым еще жить да жить. О том, что война не женское дело. Но что же делать, если без помощи хрупких существ победа может оказаться лишь далекой мечтой, а значит их общий долг – приблизить ее любой ценой, даже ценой жизни. Здесь немцев встречать будем. Красота-то тут какая! От левой косы Синюхина гряда идет. С другой стороны эту гряду другое озеро обхватывает. Легонтово называется. Когда-то здесь монах жил. Легонт его прозвище. Безмолвие искал. Безмолвия здесь хватает. Немцам один путь. Меж этих озер. Через гряду. Здесь-то мы с вами позицию выберем. Вы отдыхайте покуда, а я по лесу пройду, осмотрюсь. Девчонки, а я бы здесь тоже осталась. Как этот монах? Скажешь тоже? Нет, я бы не согласилась. Да, хоть я и жила в лесу, но сейчас хочется поскорее в часть вернуться. Интересно, а чем сейчас наши занимаются? Скучают по нам, наверное. Ой, Сонь, а что это ты такое читаешь? А, это мои любимые стихи. Блок. Один знакомый из Москвы подарил, когда на фронт уходил. Знакомый? Красивый знакомый-то. Жень, ну хватит. Да было у меня тоже много красивых знакомых. А где же они теперь? Ау! Ау! Что за крики, боец Комелькова? Простите, товарищ старшина, забылась. Забывать нельзя, зачем мы здесь находимся. Боец четвертак. Вот, примерьте-ка. Ну как, здорово? Хорошо, товарищ старшина, спасибо. Отделение, стройсь! Слушайте, товарищи бойцы, мой приказ. Противник силой до 2 вооруженных до зубов фрицев движется в район озера с целью пробраться на Кировскую железную дорогу. Нашему отряду в количестве 6 человек приказано держать оборону Синюхиной гряды, где и остановить противника, взяв его в плен. Боевые действия начинать только по моей команде. Занять сектора наблюдения. Как дела, Бричкина? Пока тихо. Ты откуда будешь, Бричкина? С Брянщины, товарищ старшина. В колхозе работала? Работала, но больше отцу помогала. Он у меня лесник. То-то крякаешь хорошо, Лизавета. Лиза, Лиза, Лизавета, что не шлешь ты мне привета? Что ты дроли не поешь, аль твой дроли не пригож. Эта припевка в наших краях такая была. А у нас вот так поют. После с тобой споем, Лизавета. Вот выполним боевой приказ и споем. Честное слово? Ну сказал же. Ну смотрите, товарищ старшина, обещались. Крашеные поди. Свои. Как дела, боец Комелькова? Все в порядке. Товарищ старшина, а вы женаты? Ну, женат я, боец Комелькова. А где ваша жена? Известно где. Дома. А дети у вас есть? Дети? Был мальчонка. Помер. Аккурат перед войной. Умер? Как это? Да, не уберегла маманя. Ну да ладно. Рожденные в года глухие, пути не помнят своего. Мы, дети страшных лет России, забыть не в силах ничего. Испепеляющие годы, безумье львас, надежды львесть, одни войны, одни свободы, кровавый отсвет в лицах есть. Кровавый отсвет в лицах есть. Кому читаешь-то? Ой, да никому, себе. А чё ж вслух? Так ведь стихи. Понятно. Глаза попортишь. Светло, товарищ старшина. Да это я так. На камнях-то не сиди. Они остынут скоро. Из тебя тепло начнут тянуть. Ты шинельку постилай. Спасибо, товарищ старшина. А вслух все же не читай. Воздух здесь сырой, плотный. А зори здесь тихие. За 5 верст слышно. И поглядывай. Поглядывай, боец Гурвич. Хорошо. Ты чего скукожилась, товарищ боец? Холодно. Холодно, говоришь? Да не дергайся, лоб дай. О, жар у тебя, товарищ боец. Вот оно, болото-то. И сапог потерянный. Ты так примешь? Или водой разбавить? А что это? Что-что? Микстура. Так. Вот, держи. Микстура, спирт. Ну, спирт, ну. Нет, я не буду. Приказываю принять. Пей. И воды сразу. Нет, что вы. У меня мама медицинский работник. Я знаю, что значит спирт. Нету здесь мамы. Война есть. Немцы есть. Я есть, старшина Васков. А мамы здесь нет. Мамы будут только те, кто войну переживет. Ясно говорю. Пей. Ой, мамочки. Не дыши. Вот, водички. Молодец. Ой, голова побежала. Ничего. Завтра догонишь, товарищ боец. А сейчас отдыхай. Спасибо, товарищ старшина. Ты только выздорови к завтраму. Очень тебя прошу. Ну что? Может, зря сидим? Может, и зря. Однако не думаю. Вы поспали пока, товарищ старшина. А я вас на зорьке разбужу. Да погоди ты со сном, товарищ Маргарита. Как по батюшке? Зовите просто Риты, Федот. Тише! Слышишь? Птицы кричат. Сороки. Спугнули. Значит, беспокоит их кто-то. А, вот и они. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 15, 16. Сядем покуда. Бричкина, дорогу назад помнишь? Помню, товарищ старшина. Гляди, левее фрицев сосняк тянется. Пройдешь его, пушкой держи, вдоль озера. Там, где хворост трубили? Точно, молодец, девка. Оттуда к болоту. Не собьешься? Да знаю. Да погоди я. Ты. Запомни главное. У болота ориентир береза. Так точно, товарищ. Доложишь кирьяную обстановку. А мы тут пока фрицев маленько покружим. Но сама понимаешь, долго не продержимся. Да, понимаю. Ты налегке дуй. Оружие и вещмешок здесь оставь. И запомни главное. Слегу возьми перед болотом. Слушаюсь. Ну, побежала я. Дуй, Елизавета Батькина. Отделение, за мной. Так, товарищи бойцы, пока Бричкина к своим идет, нам нужно маленько фрицев по лесу поводить. Так, а где мой кисет? Вот дуря башка. Я, наверное, его на озере оставил. У камня. Жалко. Памятный был кисет. Я знаю, где он лежит. Я сейчас принесу. Стой, боец Гурвич, верни. Сейчас, я быстро. Убежала. Да что ты будешь делать? А ну и дисциплинка. Да еще сапоги хлюпают. Ну так на 2 размера же больше. Слышали? Птицы. За мной. Сонечка. Четверо нас осталось, девчата. Сони больше нет. Да и Лиза должна была уже прийти к нашим. А значит, скоро подмога подоспеет. А бойцу Гурвич вечная память. Мы это место на карте отметим. А когда война закончится, вернемся и памятник ей здесь поставим. Боец Четвертак, обувайся. Что это? Не в цацки же играем, девоньки. На войне только один закон, а живых думать нужно, обувайся. У меня мама медицинский работник. Хватит! Нет у тебя мамы и не было никогда. Подкидыш ты и нечего тут выдумывать. Зачем же так? Зачем? Нам без злобы надо, а то остервенеем, как немцы остервенеем. Успокойся, товарищ боец. Вот выполним боевой приказ. Домой вернемся и все. Потерпи немного. Так. Немцы в леса пошли. А значит, думать нам надо, что за каждым кустом, за каждым камнем может скрываться враг. Сейчас со мной в разведку пойдет боец Четвертак. Товарищ старшина, может, я лучше? Может, Женьку возьмете? Да знаю я, что лучше, девчата. Бойцу себя не потерять. Здесь Осянина остается за старшую. Ежели выстрелы услышите, приказываю затаиться и ждать. Боец четвертак. Я. За мной. Идти след в след. И что бы ни случилось, молчать. Главное, боец, там фрицев нащупать и на хвост им сесть. Ты не дрейф. Главное, меня держись. Тебе сколько лет-то? По правде? Ну? 17. 17? Наврала, что ли, военкомате-то? Наврала, что родители немцы убили. Ведь были же у меня родители. Фамилию-то в детдоме дали? Ага. Завхоз придумал. Ну чего? Хорошая фамилия. Вам нравится? Мал золотник да дорог. Пс, немцы. Дуй к тем камням. Я с фланга обойду. Девчата, ну что вы, жив я, жив. Да какой я вам старшина-то теперь? Я вроде как брат ваш. Федотом зовите. А Галка где? Погибли наши товарищи. Смертью храбрых. Галка четвертак. В перестрелке. А Лиза Бричкина в болоте утопла. Я когда после смерти Гали немцев уводил, к болоту вышел. Как есть Лиги-6, так и стоят, где мы их поставили. А значит, забыла нас Лигу взять. Торопилась очень. Выходит, вместе с Соней троих мы уже потеряли. Это так. Но ведь зато сутки противника кружим. Сутки! Ох, нет у нас артиллерии, девчата. Ничего, товарищ старшина, прорвемся. Слушайте, товарищи бойцы, мой приказ. Противник, вооруженный до зубов, движется в нашем направлении. Соседей справа у нас нет, да и слева тоже. Поэтому приказываю всем бойцам и себе лично Держать фронт. До последней капли крови держать. Потому что за нашей спиной Россия. А это Родина, проще говоря. Придется нам, девчата, принимать бой. По всей видимости, последний. Живот! Вы к Рите идите! А я немцев уведу! Побереги себя, Женя! Женька сразу умерла? Сразу. Немцы за взрывчаткой ушли, видимо. Не победили они нас, понимаешь? Не победили. Я еще живой. Рука болит? Да не здесь у меня болит. Вот здесь у меня болит. Положил я вас. Всех пятерых положил. А за что? За десяток фрицев? Так война. Зачем же так? Пока война, понятно. А потом, когда мир будет, как я жить-то смогу? Ты полежи покуда. Я разведку произведу. Погоди, Федот. Помнишь, я на немцев у разъезда наткнулась. Я тогда к маме в город бегала. Сынишка у меня там. 3 годика. Мама старая, она не проживет толком. Не тревожься, Рита. Понял я все. Спасибо тебе, Федот. Просьбу мою последнюю выполнишь? Нет. Но рана же все равно смертельная. Нет. Все будет хорошо, Риточка. Я разведку произведу и вернусь. К ночи до своих доберемся. Вот, возьми. 2 патрона, правда, осталось, но с ним спокойнее. Спасибо. Ты меня закидай ветками и иди. Похоронив Риту, я понял, что сил больше не было. Была только боль. Да еще белые сумерки тихо плыли над нагретыми камнями. И мне чудились в этом белом мареве мои девчата. Все пятеро. Смолкли трели птичьи на краю земли. Пять девчат зеничит в землю полегли, пробиваясь к свету, разом отцвели. Но враги матерые так и не прошли. Не увидит солнца аленький цветок, но пробьется к жизни пущенный росток. Май придет с победою, солнцем зазвенит, и цветочком малым ляжет на гранит. Трели птичьи на краю земли. Пять девчат зеничит в землю полегли. Ну что, взяли? Взяли, да? Пять девчат было. Пять девочек. А не прошли вы. Никуда вы не прошли. И сдохните здесь. Все сдохните. Лично каждого убью. Лично. И пусть потом судят меня. Пусть судят!